Честно говоря, ничего особенного не придумал. Часто тренеры отправляют на бросок того, кто отличился в матче, потому что у него кураж. И Амиров подтверждает Родион. Кураж, правильно. Тут кураж и резкость. И мы видим, что Родион Амиров и физически тоже сегодня выделялся, потому что быстрый игрок. И под третий период, под займ, это абсолютно не сказалось на его броске. И, как мы видим, на штрафном броске тоже.